Привет всем! Маю 9 месяцев. И сегодня я хочу поговорить о долгих прогулках летом, потому что у Мая первое лето, а у меня очередное лето с младенцем, который еще не умеет ходить и ездит в коляске. Мы вообще очень долго гуляем и очень любим гулять, но перед тем, как я к этому перейду, я хочу сказать немного о общем развитии. Мы наконец-таки сделали прививку. Прививку мы сделали 8 месяцев, мы посетили врача, а врач послушал Майя, измерил, ну, в общем, он ходил туда с папой в поликлинику и сделали прививку. Я даже не успела испугаться, я как-то старалась себя морально настроить, что будет прививка. Все прошло быстро, без шума и пыли. Майю сделали прививку, и меня уже просто муж поставил перед фактом, что а уже это сделали. И Майя очень легко прививку перенес, абсолютно, как будто бы ничего не было. Никакой реакции организма, и теперь следующая прививка АКДС у нас будет в июне. По поводу развития, ну, Май становится, конечно же, более активный, очень сообразительный, он смеется, если смеются все, то есть поддерживает компанию смехом. Он может заплакать, если заплакала его сестра. Он все кушает, и борщ, и суп, и все прочее. Развивается хорошо. Мне кажется, что Май переходит на 2 сна вместо 3. Он может не спать уже более продолжительное время, да? Очень любит стоять, везде, где только можно стоять. Да, Лука? Да. Что ты скажешь про своего брата? Май хороший. И больно кусается. Да, Май, кстати, очень сильно кусается, это правда. Это, наверное, мой первый ребенок, который кусается. Например, может укусить в плечо, в руку, или если палец. Ты хочешь вытащить у Майи какие-то крупные куски еды, он тоже очень-очень кусается, и мой организм уже готов к этим укусам. Итак, по поводу прогулок. Мы не боимся гулять. Я знаю, что многие мамы гуляют вот буквально около дома, около двора, не отходя. Мы как кочевники. Вот вышли и пошли, и гуляем, и гуляем. Ну, потому что лето, что еще делать? Абсолютно везде мы ездим на коляске. И, конечно же, летом хочется легкой коляски. Сегодня мы о ней поговорим также, но я хочу сказать, многие спрашивают, как вы так много гуляете, а где вы кушаете? Ну, естественно, перекусы. Мы взрослые дети, я устраиваю в кафе. У Майи все с собой зачастую. Хотя из кафе Майя тоже что-то может покушать. У нас с тобой полностью бывает собрана сумка, собрана хорошо, и дождевик там, и сменная одежда, и плед, и муслиновая пеленка. И я всегда далеко гуляла, со старшим ребенком вообще, это был первый ребенок, не было никаких забот, никаких особых домашних дел. Пошел и гуляешь, набрал еды, как я сейчас маму беру, смесь по-прежнему остается для Майи основной пищей, он ее очень любит. И вот у нас с тобой смесь, у нас с тобой какие-то печеньки, сушки, творожок могу взять, но тогда его нужно съесть быстро. Пюре, тыквенный суп, овощной суп, в общем, для этого специально есть термосы. И кто хочет много гулять, тот всегда найдет выход. И во время долгой прогулки мы также не сбиваем режима. Старшие дети на велосипедах, мы на коляске и вперед. Активная семья. Что еще необходимо сказать? У Майи 8 зубов, опять-таки на 2 верхних резца Май выдал обильный насморк, но все уже прошло. Кроме насморка ничего не беспокоило Майя, зубы вылезли практически без проблем. Человечек уже собрался спать, что важно? Летом, конечно же, легкая коляска, потому что летом, ну, по крайней мере, у меня гораздо больше дел, гораздо больше того, чтобы что-то посетить, куда-то зайти, куда-то поехать. Сейчас у нас ремонт, и я постоянно езжу там по каким-то ремонтным делам, поэтому легкая коляска сейчас нам очень необходима. И у нас Жене Rocket Pro. Это хит лета 2022 года. Почему? Во-первых, многие из вас любят компакты, я это знаю. Во-вторых, эта коляска абсолютно бесшумна. В-третьих, у этой коляски отсутствует люк. В-четвертых, она легко складывается. У него в комплекте есть бампер. Колеса защищены
от попадания соленой воды, поэтому она идеальна для отпуска летом и зимой, для городов, для снега, который обрабатывают реагентами, химикатами. Накладки фиксированы. Бампер легко снимается. Сзади есть карман для мелочей. Это очень удобно и необходимо. Сиденье с имитацией матрасика мягкого. Подножка регулируется. И вот смотрите, мы сейчас поедем на брусчатке. Как вы видите, коляска абсолютно бесшумна. Вы обязательно это оцените. Более того, как я уже сказала, у коляски абсолютно отсутствует люфт. Я проверила, с ней можно ходить абсолютно далеко с этой коляской и использовать ее как основную каждый день. Это Janet Rocket Pro. Огромная корзина, как вы видите, бутылка от Pepsi, которую я пью, сумка LED со всеми принадлежностями, которые нужны для прогулки ребенку. Что еще очень круто в этой коляске? Ручка, обитая эко-кожей, и вот эта вот штучка, она просто как антистресс действует. И даже мой ребенок сказал: мама, это антистресс? Постоянно хочется эту кнопку трогать. Удобный тормоз, который не пачкает обувь и расположен таким образом, что даже родители высокого роста, а я 1,77 м, бьют тормоз и заднюю перекладину ногой. Janet Rocket Pro – это настоящий премиум. Посмотрите, все декоративные элементы капюшона выполнены из эко-кожи в цвет ручки и бампера. Коляска отлично себя проявляет. Вот просто на любые далекие расстояния – это супер. Я знаю, что многие любят компактные коляски использовать каждый день. Вот я от души рекомендую Janet Rocket Pro как основной компакт, основную компактную коляску. Конечно же, коляска легко складывается вот этими вот двумя кнопками на ручке, пока этого показать не могу. И что самое крутое в этой коляске есть, вот эти вот две штучки. Смотрите, красная, раз, одним движением опускает прогулочный блок коляски в полный горизонт. А теперь о крутой сеточке. Мать собирается спать. Сеточка прячется в капюшоне. Мы уже ее вытащили. Москитная сетка цепляется за бампер. Ребенку очень нравится эта москитная сетка, по крайней мере, моему. Он, видимо, думает, что он в каком-то домике, он начинает веселиться. Но эта сетка спасает не только от рассеивания солнечного света, но также от тополиного пуха, от мошек. И очень важно, что здесь есть отсеки для быстрого доступа к ребенку, для того, чтобы вы быстро просмотрели, как он себя чувствует во время сна, для того, чтобы вы быстро дали ему воды или пустышку, или просто протянули к нему руку. Вот это вот свободное пространство просто необходимо для безопасности. Что еще необходимо брать с собой на прогулку? Конечно же, воду. Я всегда беру простую воду. Соки, компоты пьем только дома. Если мы идем далеко гулять, то только простая вода, потому что я считаю, что в жару от жажды помогает только простая вода, и только простой водой может напиться и человек, и малыш. В общем, Май веселится, я думала, он будет спать, он решил повеселиться. Москитная сетка работает так же, как защитный элемент от посторонних глаз. Мы закрыли малыша, и все. На Майя очень сильно обращают внимание люди, все говорят, какой прекрасный, чудесный, все ему подмигивают. И поэтому, когда он вот так закрыт, я получаю внутреннее спокойствие, внутреннее удовлетворение, что на моего ребенка как бы никто не смотрит лишний раз во время сна. Итак, основные моменты Janet Rocket Pro. Она легкая, она устойчивая, у нее нет люфта абсолютно, нет никаких лишних звуков, с ней можно спокойно гулять на огромные расстояния, и у Janet Rocket Pro мягкий ход. Те девочки, которые ищут сейчас коляску на лето, обратите свое внимание на Janet Rocket Pro, при этом у нее просто супер цена. На Janet Rocket Pro обязательно будет полный обзор, где я покажу, как коляска ведет себя в повседневной жизни, и как здорово с ней жить каждый день. А еще я хочу сказать, что для меня очень важно в материнстве, это вот именно прогулки. Я отдыхаю душой. Перед сном Майя всегда ждет какие-то звуки, гудит, немного капризничает. Так вот, для меня прогулки – это отдых.
отдых от мысли, это моя перезагрузка, поэтому для меня важно много гулять. И я хочу сказать, всем не бойтесь гулять, отходите от своих домов, уберите с собой все самое необходимое на прогулку и гуляйте с удовольствием. Собирается дождь, но Жанне Роки Про не промокает под дождем. В комплекте коляски есть дождевик. Смело берите и катайте. Ну что, мальчик уснул. А мы продолжаем нашу прогулку. Всем пока. И до новых встреч. Пока.